Hiç kimse ama biraz Октября. У кого-то день рождения, с днем рождения, естественно. Куда же без этого? День рождения — это вообще святое. Ну и в сегодняшнем видео хочу с вами поговорить как бы о другом. Вы понимаете, рассмотрев ситуацию в спокойном состоянии, как бы, в принципе, даже, ну, блин. В принципе, ну, было ли бы, просто, понимаете, надо было просто выждать, когда общественность успокоится, вот всё. И тут скрипела, значит, немножко надменно вести себя. Ну, это понятно, не надо, ну, да. И тогда я объясню, сейчас объясню, потому что это, понимаете, что было. Люди успокоились немножко, переключились на другие темы. Потому что, ну, короче говоря, у нас постановка знака зодиака, и вообще, да, хотелось бы интрига. Короче говоря, сейчас говорю, ну, ну, короче, тут как бы ладно, пока тут настраиваюсь. Короче, давайте пока при составляющей признаке что-то паузы. Короче, говоря, смотрите, не лайфхаки. Если вам понравится Скорпион, это интересно, таинственно. Первый способ — мой герой. В ситуации заразить беззащитную жертву, типа, потом
для подстраховки, чтобы как будто все получилось. Да, я лучше зачитаю, как-то рвано получается. Первый спас, мой герой. Попадите в сложную ситуацию, изобразите беззащитную жертву. Скорпион, тоже вас спасет, я буду чувствовать себя героем. Только подстрахуйтесь, постелитесь в ломке, чтобы обновиться 100% и смог помочь вам. Ведь если вы не справитесь, не поднимите сами сцены. Какое-то типа того уважения. Ну, его будет подговорить. Короче, на почве ревности. Будьте в теме, разнуйте об удивлении, с которым тщательно изберите стены, которые мне интересны. Да? Да, и чаще попадаюсь под опечным полком на глаза. Если мы начнем, то секунд, ну как бы, понимаете, подыгрывать немножко. Как бы. Как есть выражение. Для того, чтобы выиграть, лучше проиграть. Читайте книжки, это интеллект, естественно, четвертый способ. Скорпион уважает умных людей на пути. Так не станете мне его на гения. Честно, на скорпион не любит. Ну, не влюбится, не будет уважать человека, если бы. Которого превосходит, уважайте уже не пожелание, почитайте. Никогда не останусь на застигнутом существовании. Вы уже заинтересовали подобичным. И вот вы любите. И так я вот, я не знаю, после слова я тогда даже. Любить себя скорпионом не сложно, но и достичь уважения я бы добавил. Гораздо сложнее жить 15 годов на 40 дней. Перестаньте себе жить, но скорпионом станет сложно. И он любит и будет выжить кого-то другого, вот так он приведет. Ну да, что есть, то есть. Так, короче, ладно, перейдем к знакам. Сейчас у меня тут небольшая заминка, опять, блин, я не знаю, сейчас. Я вперед скажу, то, что встреч за ним будет, потому что как бы, блин. Потому что я не знаю. Вот это даже по опыту общения скажу, то, что как бы. Так, весы, естественно, потому что как бы, будет надзор.
Ну, я не знаю, ну, ну и скорее всего уже завсегда ты. Да не хочет ты. Говорит, иди на кого-нибудь дома. Сами понимаете, что ты как бы огонь в один товарищ, как бы мы этого не хотели. Ну, вот так вот и ну, вот так вот, друзья мои, вот так вот расклад. Ну, что ж, друзья мои, как бы... Добро пожаловать и ну как бы заглядки, чтобы было все комфортно, осторожно и как говорит рэп, без травматизма. Не жалко, не бессмертие. Ну вот так, друзья мои, вот так вот расклад, я говорю, ну за что делать уже. Встречайся на челюсть, следующий дом твой. Все будет прекрасно. Ладно, друзья мои, на этом все. Кому видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. С вами был Жик Рост. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.